Всем привет, с вами Inform TV. Стало известно о резком ухудшении состояния здоровья госпитализированного певца Николая Носкова. Об этом несколько минут назад сообщили телеграм-каналы. Уточняется, что ухудшение состояния артиста связано с приемом сильнодействующих препаратов. Кроме того, известно, что лечение пневмонии не приносит результатов. Также сообщается, что у певца обнаружилась закупорка легочной артерии. Напомним, еще 3 мая Носкова экстренно госпитализировали с подозрением на осложненную пневмонию. Музыкант почувствовал себя плохо после концерта, когда был дома. У него появился сильный кашель и высокая температура. Семья приняла решение вызвать неотложку, а врачи госпитализировали артиста. Все это время специалисты борются за жизнь Носкова, и пока что никаких положительных изменений нет.